Друзья, всех приветствую вас на своем канале «Деревня в Подмосковье». Меня зовут Алексей. Сегодня настолько замечательный день, что не могу не похвастаться таким обилием, я бы даже, наверное, сказал, снегопада. В этом году это, наверное, первый такой день, когда снега прям больше, чем когда-либо, несмотря на то, что я уже снимал снежные дни. Но сегодня реально особенный. С завтрашнего дня у нас начинаются уже морозы, но а сегодня вроде как 0 градусов, но при этом идет шикарнейший снег. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Я думаю, в городе, наверное, не то чтобы такого нет. Он, конечно, такой есть, но за счет теплотрасс, домов, его особо так не замечаешь. На природе все-таки это на природе. Сильно не завидуйте, просто смотрите и наслаждайтесь. Согласитесь, классная погода. Тут недавно к одному из моих видео был такой
интересный комментарий. Человек пишет: вот дураки, снегу радуются. На этот комментарий хочется ответить: да, дураки. Но мы дураки в том, что живем на природе, дышим свежим воздухом, наслаждаемся природой и находимся все вместе. А кто-то сидит в квартире, по 2-3 часа тратит на дорогу в городах. И, ну, если говорить конкретно даже за Москву, дышит бетоном и пишет всякие дурацкие комментарии. Всем хорошего настроения. Делитесь с друзьями в соцсетях. Всем пока.